играем в квиз Хэллоуин. И я, наверное, шляпник, а рядом со мной сидит Уэнсдей. Скажи, ты кто? Мне 13 лет, наш. Прогуливаюсь по бару, такая. Одна тыква. Самая страшная тыковка. Домой. Пока там у меня голова. Как часто ты видишь нечисть в своей жизни? Каждый день. Чтобы уничтожить, надо... Я ангел сегодня, такой монстр. Но я туда не залез. Там нас, там... А так и монстр. Вживую видел эту железную деву в Москве. Нет, она по росту сказала, там дела каких-то убийц. Всем выйти из сумрака, ночной позор приехал. Выйди из сумрака. Я пошел. Я сказала выйди, а не уйти. Железную деву в Москве есть музей. Или был в Пытах Палате. Он и у нас. Забавно. Она маленькая какая-то, кстати. Конечно. Но я туда не залез. Там надо было смысл, что тебя... Нет, она по росту... А раньше люди были меньше. Там прикольно было вообще, там какой-то мужик рассказал, там дела каких-то убийц. У нас в Кривичном музее была выставка, когда мне мама отбила. Андрей просто светит фонарем. Итак, неожиданные вопросы люди. How crooked are you feeling right now? I'm scared.